Вначале я полагал, звали несколько сволочных людишек. Возможно, выручу вселенную. Но обнаружил... Проклятие! Короче, сам учишься истреблять. Подорвался. Забацал? Еще бы. Тих! Методично. Любимый, извини, сейчас я важнее, или какая-то сумка? Сумка выиграла! Довожу до сведения, 100 тысяч стал пользоваться спросом. Проблема, как его найти? По вашим организациям останутся в покое? Вам к врачу? Нет! 100 тысяч не попался? С какого перепуга тебе желает заполучить? Не, зачем лобать, оно стоит 10 миллионов долларов. Какая связь между девушкой и 100 тысячным? Выполняй работу! Мечтал о холостяцкой жизни, отныне за мои вещи-то девушки грубой характер. Но с вынужден проявлять подлость, спасая малышек, исключительная просьба. Организовать захват одной дамы. Шухеры же выше крыши, а дело не делал с места. Он ужасный двуличный человек. Сжатые сроки, раскроем преступления. Длинная история, за душу губим свидетеля. 100 тысяч совсем не по мне, если в реале вам так кажется, рады, возьмите его, значит, отдаешь без базара или кончим на месте. Зачем же человека тыкать пушкой, бродяга, ты еще и оригинал. Вот для тебя пистолет, держи. Разуться это никак. Убийца не дурак. Она у нас целомудренница. Предоставляю вам право изобразить. Целка! Аж 30 годков. О, ах нет, 40.